С 8 часов утра 6 октября и по 10 октября в связи с проведением производства работ по прокладке инженерных сетей перекрывается левая проезжая часть дороги по улице Октябрьская от перекрестка улицы Октябрьская и улицы Ленина до автозаправочной станции «Газпромнефть». Движение общественного транспорта будет организовано по встречной полосе. Более подробная информация, касающаяся расписания, в справочной автовокзала или на сайте автобусного парка номер 1.